Всем большой привет! Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу сделать американскую конфету. Она называется на английском фадж. Я по-своему называю ее американская халва. Ну а по идее это как тянущаяся конфета и ириска, типа того. Перевод у нас идет такой. И что нам нужно для этой американской конфеты фадж? Здесь у меня сгущенка, одна баночка, я сразу перелила в миску, 396 грамм, ну, будем считать 390 грамм. И 390 грамм, соотношение 1 к 1, идет у меня здесь темный шоколад. Это у нас будет верхний слой шоколадный, и нижний слой у нас будет арахисовый. И для арахисовой начинки у нас идет... арахисовые конфетки такие. Здесь у меня форма, квадратная форма. Но в первую очередь мы пойдем разогревать наш шоколад со сгущенкой и идем растапливать в микроволновке импульсами до полного растворения и однородной массы. Вот, растопили мы наш шоколад со сгущенкой вместе. И теперь быстро перекладываем, перемешиваем хорошо и перекладываем в нашу форму. Потому что он быстро густеет уже, и нам нужно хорошо распределить в нашей форме ровным слоем. Вот. Ну и теперь мы эту форму пока оставляем в сторону и займемся нашей арахисовой начинкой. Берем наши вот арахисовые конфеты, перекладываем в миску. Наливаем только половину баночки сгущенки. Три столовые ложки сверху пока возьмем нашей арахисовой пасты. И также отправляем в микроволновку нагреваться импульсами до полного растворения наших конфет. Так, я решила вылить всю сгущенку, всю нашу банку, чтобы... приблизительно равномерные два слоя у нас были. Так, выливаем всю нашу сгущенку. И я добавлю еще одну столовую ложку, полную сверху, нашей арахисовой пасты. Отправляем в микроволновку растапливаться до полной однородной массы. Ну и вот, растопили мы наш арахисовый шоколад, эти конфеты арахисовые, с арахисовой пастой и сгущенкой. Перемешиваем все хорошо. Ну и теперь наливаем сверху нашего шоколадного слоя. И также распределяем равномерным слоем поверх шоколадного. Это быстро схватывается, как я уже говорила, поэтому нужно быстренько распределять по форме. Ну и все. Теперь отправляем это в холодильник до полного застывания. Ну вот, ребят, он у нас буквально постоял, этот фадж, в холодильнике где-то полчаса. Он застыл. И теперь попробуем его вынуть из формы. Я попробую нарезать на кусочки. И вот здесь в Америке нарезают вот такими вот небольшими кусочками. Немного я поторопилась. Поставим в морозилку, пусть хорошо застынет, потому что он еще такой мягенький, ну, как настоящая халва. Ну вот, подержали мы немного в морозилке. Теперь нам легче будет убрать нашу фольгу. Теперь мы прорежем по нашим
линиям. Вот и все. Ну и вот такая вот халва или американские конфеты у нас получились. Шоколадно-арахисовые конфеты. Нижний слой у нас идет арахисовый слой, верхний шоколадный. По текстуре это так напоминает халву, поэтому я называю ее халва американская. Ну, а у них на английском это фадж, chocolate peanut butter fudge. Вот, ну, по-русски будут конфеты, тягучие мягкие конфеты. Надеюсь, вы приготовите для своей семьи, для своих детей. Детям очень понравится такое лакомство. Они очень сладкие, мягкие, вкусные. Кто любит арахисовую пасту, обязательно полюбит и эти конфеты тоже. Радуйте всех своих родных и близких. Ну, а с вами была Луиза. Всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал. Если нравится видео, ставьте пальчики вверх. И встретимся еще. Всем хорошего настроения и пока-пока.